Твой, да? Я верно запомнил твое имя? Ты старый друг, про которого мне говорила Тирса? Мы не знакомы. Вижу, ты меня не узнаешь. Что ж, это было давно. Я Теп. Ты спасла меня от стада машин, когда была вдвое меньше меня. Я помню. Ты сказал спасибо. Я не надеялся вновь тебя увидеть. Вдруг придешь на инициацию. Как видишь, охотника из меня не вышло. Я в племени работаю швецом, делаю одежду и доспехи. Знаешь, Элой, я подготовил костюм специально для тебя. Вдруг понравится. Сколько ты хочешь? Сколько? Ничего. Считай это благодарность за твой подвиг. Запоздалый. Прекрасно сидит. Спасибо, Теп. У меня никогда такого не было. Ну, а теперь есть. Этот костюм защитит тебя лучше, чем твой прежний. У всякой одежды свои преимущества. Так что приходится выбирать. Ладно, не буду тебя задерживать. Иди тогда к дому матриархов, если тебе нужна Тирса. Дом ты сразу узнаешь. Большой такой, деревянный, снаружи злобная толпа. Тирса говорила про посланников из другого племени. Да, это всех и взбесило. Карха вступили на нашу священную землю впервые за годы. Будут швыряться помидорами, а то и камнями. Надеюсь, что не копьями. Ну, в общем, будь готова. Ты что, мне нравится? Я, слезай оттуда! Мало того, что напился, теперь еще и по домам лазаешь. Запоминайте. А что? Нельзя уж на чужую крышу залезть! Помнишь, как в прошлом году, в начале, великая мать родила? Элой, иди сюда! Карст, что ты тут делаешь? Тихо, мы с тобой не знакомы. Мне же нельзя торговать с изгоями. Ты часом не забыла? Как я могла. И как мило, что ты со мной говоришь. Ну, не надо так. И полюбуюсь на их рожи. Ну, увидимся. Ты будешь... Скоро мы благословим инициацию.
Но прежде воздадим честь гостям. Уже 2 года держится мир между нами и Катха. Пришла пора наладить торговлю с Меридианом. Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира. Мир? Какой мир? Выражение благодарности. Написанное рукой короля солнца Авмада. Убийцы-живодеры! Его светозарность... Не кидайтесь вы! Люди Нора, подождите! Я Азирам, не Карха. Так что скажу прямо. Прежний король солнца был редко мерзой. Правда? Этот изверг угонял людей из моего племени так же, как из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Но 13-й король убит. Уж 2 года как. Кто его убил? 14-й. Да. И не потому, что рвался к власти, а потому, что кто-то должен был положить конец этим злодействам. Да! Послание, которое привез бедный жрец, это извинение. Из уст 14-го короля. Пожалуйста. Ну дайте ему сказать. Спасибо. Выражение благодарности, написанное рукой короля солнца Аввада, его светозарности 14-го монарха. Он из гостей? Карха, наш мальчик, Карха. Я помню, как 5 лет назад Карха украли мою сестру. Великое обнаруженное неизвестное устройство. Скажи, забыл про то, что нам сделали Карха. О, великая мать, присоединяемся. Вашей молитве. Может быть, Карха пришли, чтобы помириться. Я благодарен вам за то, что вы приняли меня в объятия. Старейшинам... Великая мать их простит, а я точно не знаю. Я рад сближению наших племен и уповаю на то, что больше никому из Нора не придется оплакивать детей, павших в бою. Мы помним свое прошлое. И мы еще не забыли грехи моего отца. Мы не забыли детей Нора, храбро защищавших ваши земли. Мне Карх никак не помешал наслаждаться. Это пятно о добром имени Карха. Наши деяния затмили свет солнца. Забудь их, Максим, жалкие дела. Мой визор такой же, как у меня. Где он взял визор? Я впервые встречаю кого-то, у кого есть визор. Где ты его взял? Что? Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. С чего ты взял, что я боюсь? Ну, видимо, нет. Раз шаришься в руинах Железного мира. Что с тобой? Извини. Просто сбой. Олин, уже с местными знакомишься? Я сейчас приду. Стой! Нет, все потом. Идти надо. Оу! Похмелье у него сильнее, чем я думал. Эй, у тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Или проигрывает. А побрякушка? Ну, откопал ее где-то. А потом нацепил это старье на голову. Не обижайся. Тебе она идет. Твоего друга чуть не закидали гнилыми фруктами. Ну да. Сам этому удивился. Нора до сих пор злы на Карха из-за красных набегов. И неудивительно. Расскажи мне об Олине. Он такой интересный. Я начинаю ревновать. Ну, он шпирует, мы знакомы. Я первый раз... Ты не...
авангард, даже воительницу пли... Да. Я еще хочу... Пожалуйста. Но... Я никогда не слышала про... Твое пли... Я росла из... Да. Но безумно в поисках жертв Карха делали набеги на соседей. А дальше? Чем все кончилось? Сын безумного короля объединил повстанцев. Теперь правит его... Теперь племена... Кто такие Азирам? Это мое племя. А кто такие... Можно сказать, мы были наемниками. Ават не смог бы победить... Твою сестру... Она сбежала. Как она... Это... Или приход... Ты сказал, машины с каждым годом... Да. Впервые слышу. О, и говорят, при виде охоть. Так что охота была делом трудным, но не опасным. А потом началось это. Стоило охотнику, пусть еще через и больше. Как Пелозуб? Да, 10 лет назад он. Так из-за чего? Никто не знает. Расскажи про помешки. Говори при виде. Так что... А потом еще и боль. Как? Да, Так из... Никто не... Если у... Стар и к... Я хочу тебя... Мне пора... Да ты... А ты... Ты знаешь, а... В общем, мне тоже... Элой, становись вон туда, дитя. Молитвенный фонарь твой. Я его сделала. Святотатство. Сестры. Дети мои, перед каждым из вас молитвенный фонарь, сделанный вашей матерью. Зажгите его в ее честь. Честь моей матери, которая покинула меня во младенчестве. Вон он. У меня есть к нему вопросы. А неплохо все. Ой. Удачи. Знаешь мое имя? Объясни. Это все про... Отвечай. Ладно, не кипи. Впервые встречаю кого-то с визом. В руинах. К северу от жилы. Стальные. Я нашла свой... Раз сама... Когда мы говорили, ты вздрог. Ничего он не... Ты не умеешь. А ты всех... Лишь тех, кто не говорит. Гнев и пламя. Я чел... Что ты здесь делал? Ренду нужен был разведчик, а заодно... Когда все... Ты исследовал? Я обычный человек. Я не понимаю. Я привыкла. Ничего, ты иди. Скажи, как мы можем забыть про то, что нам сделали Карха? Но я слыхал музыку.
Что ты сказал? Иди спать, изгой, пусть тебе приснится победа. Только во сне такое и может быть. Так тут люди спят. А то при виде тебя подумала, тут выгребная яма. Ты? Тебя не должно здесь! Так-так. Смотрите, кого к нам занесло. Явилась безродная. У тебя до сих пор шрам от камня, который я в тебя кинул. Хороший сувенир на память. Ну и погонью же ты бываешь, Баст. Завязывай. Смотрите-ка, даже хотела одеться, как Нора. Свинья в медвежьей шкуре. Да никто не... В сердце Только победа будет за мной. Я бы не советовала. Я... А я вот... Но вот об... Я на... Ты только сдел... Это я тебя... О, ты за... Хорошо, ты... Кажется, да я... Но победить... Приятно поз... Никогда. А теперь... Твоя койка... Ясно. Громко. Приготовьтесь! Что мне сделать, чтобы от тебя избавиться? Похоже, это свачки! We'll be right back.
Ты последняя. Можешь уже не спешить. Победит Баст или Вала, но воином ты станешь, если дойдешь. О, стой! Это старая тропа. Двое недавно погибли. Там опасно. Все же лучше быть последней, чем мертвой. Воу-воу-воу-воу! Ты что, чокнутая? Урнешься ведь! И дальше не будет легче! Это же верная смерть! Назад пути нет. Остановись. Вон они. Надо догонять. Полезай обратно наверх. Кто ведет? Я не... Бас, это не надо. Ну, давай! Быстрее, шевелись! Вперед, вперед! Ой! На старой тропе она встряхнулась. Хорошо, я их догоняю. Изгой их догоняет! Как она туда забралась? Это будет непросто. Победила! Она жульничала! Изгой стал победителем? Нет. Она не изгой, а воин. Ты смогла? Как и вы все. Осталось возложить трофеи на алтарь. Но Элой, прежде изгнанная, а теперь воин стала среди вас первой. Элой! Бегом! Ведите огонь, пока наши не подойдут. Надо уходить!